Уважаемые братья, все, что в этой жизни происходит, для верующих это благо. Аллах Субхана ва Тааля в Коране сказал: «Аса ан тахбу шейан ва хуа хайру лакум, ва аса ан тухибу шейан ва хуа шарру лакум. Валлаху яълям ва антум ла таълямун». Что-то вы не любите, вам не нравится, но это лучше для вас. Что-то вы любите, желаете, но это хуже для вас. Только Аллах Субхана ва Тааля знает, а вы не знаете. И опять же, к чему я привожу этот аят? Все, что случается с человеком верующим, для него благо, и плоды этого блага он увидит после того, уже как задумаете, когда Альхамдулилля пересмотрит все это заново, увидит только именно такое случилось, то, что получилось, это благо для него. Нравилось это ему или это нет? Как сказано в хадисе, когда Аллах Субхана ва Тааля соберет всех людей, которых Аллах Субхана ва Тааля чем-то испытывал, и все скажут, именно этот результат, именно этот путь, которым ты нас испытал, мы получили такой результат. Именно этот результат нам, то есть Аль-Хамдулилля, благодарим тебя, что именно этот для нас предупредил Аллах Субхана ва Тааля. Когда откроется, могло бы быть так, или так, или так. Что бы ни случалось, что бы ни случилось, хотя шел бы еще, но мы это буфером не хватает. Даже если колючка верующего уходит, Аллах прощает грехи. Для чего я это привожу? Вот опять же, глупо, к чему хотел напомнить, то, что призвать всех быть джамаатом и следовать Корану и Сунне. На днях один молодой парень, которого я узнал, ему 17 лет, оказывается, только 2 года назад ислам принял, пускай Аллах поставит его на прямой путь, спросит ему еще на все грехи, нас всех поставит на прямой путь и простит нас. Когда мы с ним договорились, начали разговаривать, он говорит, когда разговаривал, я говорю, он говорит, ты не верующий, антикафир. Я говорю, ты кафир, ты не верующий. Брат мой, я не так сказал, братишка мой, почему ты мне говоришь, что я неверующий? Когда тебя еще в этой дуне не было, Аль-Хамдулиллах, я помиловал Коран выучить. Когда ты только родился, я Аль-Хамдулиллах почти закончил университет, шариат, ученый. Это Алмин, но при этом у меня нет знаний. За что мне ты говоришь мне, что я неверующий? За что? Я смешно, тут как улыбаюсь, смотрю. Потому что он в итоге тебе навредит, нет, чем он навредит. Аллах знает, а каждый из нас, кто есть, это Аллах. Хотелось услышать, почему? Ты не говоришь на неверующих то, что они неверующие. Валлаху аль-азим, я говорю на неверующих то, что они неверующие. Но я как ты не говорю на мусульман, на верующих то, что они неверующие. Что тебе разница? Я не говорю как ты на верующих то, что они неверующие. Но на неверующих я говорю то, что они неверующие. И потом, когда мы с ним разговорились, до этого мы с ним тоже встречались пару лет назад, когда он только ислам принял, мы уже когда такие мысли были. Но Аль-Хамдулиллах, он тогда уже опомнился, одумался, что так не нужно говорить, когда мы начали с ним общаться. Я говорю, тебя тоже можно вывести из религии. Прочитай Сурат аль-Фатиха. Прочитал Сурат аль-Фатиха. Тут неправильно, я там неправильно, еле-еле, один аят забыл. Я говорю, про Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал? Мы не усадим, но тот, кто не молится, он неверующий, да. Для салата, либо для фатиха, ты не дал, нету намаза у того, кто фатиху не прочитал, да. Ты сейчас фатиху неправильно прочитал, значит, ты не прочитал фатиху, значит, ты намаз не прочитал, значит, ты неверующий. Точно, точно, субханалик. То есть вот это вот такая вот глупость. Почему? Потому что человек вот ссылается вот на свои мозги, который там услышал, тут ему сказали, это не всегда такой, такой разломленный. Тут везде плохо, тут человек стал заблудший, это проект, потом 2 года назад ислам принял человек. Поэтому дал Аллах нам, чтобы такими не быть небежными. И пускай он его Аллах наставит обратно на прямой путь, и нас наставит на прямой путь, нас спросит. Мы должны не опираться на разум, не должны опираться на чувства наши. Опираться на Коран и Сунну, выучить дарили. Не просто понимать, зубрить и учить наизусть, и также понимать. Эти две вещи обязательно знать, аль-хифз, понимание и зубрить. И хотел бы напомнить, ссылаясь на аяты Корана и сунны пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, то, что в мире происходит много, люди уже разделяются, это в таком направлении, это в такой секте, это так, каждый говорит, я прав, я прав. Но Аллах нас к чему призывает, братья? Амма Аллах аль-муминина фи хульфа ва нахаа фи фирка. Аллах призывает людей быть вместе и не разделяться, запрещает нам разделяться. Потому что разделение – это уничтожение, а джамаат, когда вместе верующие – это спасение. На это Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Ва'тасиму би хаблиль
لله. вместе держите завет Аллаха. حبل هو الطاعة والجماعة وهو القرآن وهو الإخلاص والتوحيد وهو الإسلام. فحبل بيت الله это подчинение, это Аллаху и его посланнику, это جماعات, это القرآن, это إخلاص, искренность, это единобожие, это توحيد, это إسلام. كما قال المفسرون как говорят أهل التفسير. وهذا شيء من هذا واحد سمي ذلك حبل. И вот эти все вещи называются бейт Аллах. Коран, Ислам, Таухид, الإخلاص, طاعة. لأن المتمسك به ينجو كالمتمسك بالحبل في الدين. Потому что почему Аллах назвал бейт? Кто будет за него держаться, за эту веревку, он спасется. Подобно тому, который упал в колодец и зацепился за веревку, он смог спастись. Поэтому Аллах назвал его хабль. بسبب الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى هو حبل. Именно причина, которая приводит Аллаху سبحانه وتعالى. И спасает от наказания ада, это есть именно вот эта веревка, вот эта бейт Аллах. Там вы вместе делитесь, не разделяйтесь. ولا تفرقوا, не разделяйтесь سبحانه وتعالى. إشارة إلى أن حصل لغيرنا كما حصل قبل. Здесь Аллах سبحانه وتعالى не разделяйтесь. То, что случилось с теми, которые были до нас. И второй قتل له موجع له 71 فرقة. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, где я разделился на 71 течение, христиане разделились на 72 течения, и моя ума, мусульмане разделятся на 73 течения, все будут богов, кроме одна. Одни из тех, кто шли за Аллахом, за Кораном и за Сунной. За Кораном и за Сунной. Аллах субхана ва тааля говорит, في القرآن إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Поистине ваша община, она единая община, и я ваш Господь, поклоняйтесь только мне. وكذلك فقد بعث الله لهم انبياء بالاجتماع ووحدة الصف. Также Аллах سبحانه وتعالى وصلى الله пророков для того, чтобы они всех вместе собирали в جماعات, в один جماعات, в один صف. كما قال سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. سبحانه وتعالى صلى الله سبحانه وتعالى قام بمظلة وليه то, что он приказал Нуху алейхиссалям, и то, что ниспослали тебе, о Мухаммед, то, что Аллах субхана ва тааля повелел Ибрагиму, Мусе, Иса алейхиссалям, ан-акиму, вы ставите религию и не разделяйтесь в религию. Приказ Аллаха субхана ва тааля. Ва каля ан-Наввали рахимахуллах, баъатха Аллаху лахум я куллахум мин иқамати ад-дин валь-ухда валь-джамаа ва тарки аль-фурка валь-мухалафа. Имам ан-Наввали рахимахуллах сказал: Аллах субхана ва тааля послал пророков, чтобы они все вместе восстановили религию, держали религию Аллаха субхана ва тааля. Были вместе сплоченными, был джамаат, чтобы оставляли разделение и противоречие. Ва хакада джаат нусус сунна такуруна биль иджтимаа ва танхаа ан аль-фурка ва аль-ихтилаф. Также сунна это стоят в Коране. И сунна пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, то, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям приказал нам быть вместе, не разделяться, запрещал разделяться. Джамаат, это за этим имам не читают, это я пойду вам нет, здесь не верующий, это не из религии, это из джахада. Ни один ученый, ни один алим, ни араб амадан, ни из четырех алим, ни кто этого не прислал, кроме тех, которые джахада, невежды, которые не познали Аллаха и его посланника. Инна Аллаха я мула кум салат, пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Посланник Аллаха не говорит о себе, вахин, ташри' мин Аллах, это его откровение от Аллаха. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: Аллах субхана ва тааля довольствуется для вас трём: ан таъбудуху ва ла тушрику бихи шайъа, ва ан таътасиму бихаблиллахи джамиан ва ла тафарруку. Поклоняйтесь только ему, не предавайте ему сотоварищей, и третье: вместе держитесь за вещь Аллаха и не разделяйтесь в его религии. Не разделяйтесь, держитесь за Коран, за Сунну, вместе не разделяйтесь. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد المحبوبة الجنة فليلزم الجماعة. رب صلى الله عليه وسلم صلى تجريت الجماعة никогда не разделяйтесь. Поистине шайтан с одним ближе, чем с двумя. И тот, кто хочет возвратиться вечно в рай, пусть вместе будет в джамаате. Пусть вместе будет в джамаате, слава Богу, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. والاجتماع من سمات أهل السنة وصفاتهم. صلى الله عليه وسلم جماعة إذن أصدار أهل السنة والجماعة.
هم يحرصون عليه ويدعون إليه كما قال الطحاوي رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: نريد الجماعات حق إستنو صواب شكرا لكل الجماعات. يريد الرزقين سمية إن الأسانية صلى الإمام الطحاوي إمام أهل السنة والجماعة. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: والخير كل خير في اتباع السلف الصالح والاستكثار من معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه فيه والاعتصام بحبل الله وملازمة ما يدعو إلى الجماعة والألفة ومجانبة ما يدعو إلى الخلاف والفرقة. صلى الله عليه الشيخ الإسلام رحمه الله. Все هذا следует за السلف الصالح, за сподвижниками, за тебе к этому есть благо. И также больше изучать хадисы пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям и понимать их, размышляя над этим. И вместе держаться за ответ Аллаха и придерживаться к тому, что тебя призывает быть вместе с джамаатом и к сплоченности. И отдаляться от того, что призывает тебя к разногласию и разделению. Как это сказал шейх аль-Ислам, как сказал шейх аль-Ислам: «Валишина'а масаля ахи». Джамаат – это великое благо от Аллаха. Джамаат – баракат. Вальфурка – фа'адат. Саллаху Мухаммад саллаху алейхи. Джамаат – это баракат. То, о чем мы говорили, благодать. А разделение – это наказание. Вакал Ибн Мас'уд. Ибн Мас'уд – Аллаху алейхи. Я ибн нас. Алейкум бин ба'а. Ва джамаат. Ва иннама тухибуна фи джамаат. Ва имма тухибуна фи фурка. Ибн Мас'уд – Аллаху алейхи. Сказал: о люди, будьте, подчиняйтесь. Подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь посланнику Аллаха. Будьте вместе с джамаатом. То, что вам не нравится в джамаате, это лучше то, что вы любите в разделении. То, что может быть вам не нравится в джамаате, это может быть лучше, чем то, что вам не нравится в разделении, сказал Ибн Мас'уд, радиаллаху анху. Теперь задается вопрос. Если задается вопрос: мама устала, мы спикали вчера. Какая основная причина того, что люди разошлись? Разошлись на мнение, разошлись. Вопросы ответа на гамме это два. Вопросы ответа, вопросы в чем причина? Ихтиляф, разногласия. Мы обоссаду вы поспели тенафер в руку. В чем есть основная причина, то, что сердца друг друга ненавидят? В чем? Один ответ. Мухалата начальник Илля Расул. Противоречие тому, чем, что приказал Аллах в Коране и к чему призвал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Противоречие Корану и Сунне. Вот в этом вся проблема. Уида тафарат талхум фасаду халаку. Уида штанаху салаху халаку. Как говорят ученые, если разошлись люди, то в этот момент будет фасад, будет нечесть, будет уничтожение. А если вместе соберутся, то будут праведными эти люди, праведными. И призывать ко всему благому, и эти люди только приобретут. Поэтому первое, когда началось разногласие в исламе, фикрату Абдулла бин Салам, хараджу аля Усман, когда начал просить Усмана, Аллаху анху Абдулла бин Салам, яхуди, который прикрывался исламом, вышли против Усмана. Но несмотря на это, спросили Алия Аллаху анху. Представляете, против тех, которые вышли против мусульман, спросили Алия Аллаху анху: а куфару му? Они неверующие. На что ответили: да, му ихватуна, Аллаху алейна. Нет, это наши братья, которые выступили против нас. Поэтому хотел завершить эту хутбу и напомнить, уважаемые братья, нам всем изречение нашего любимого посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Он обращался ко всем людям, ко всем верующим. И пускай каждый из нас прочувствует это через свое сердце, прослушает: «Я аль-Муханнас, о люди, аля инна раббакум вахид, ваш Господь один, Аллах субхана ва тааля, ва инна абакум вахид, ваш Отец один». Все мы от Адама алейхиссалям. Аля ла фадла ли арабийна аля аджами, ва ла ли аджамийна аля араби. Нету превосходства у араба над неарабом, и также у неараба над арабом. Ва ла ли ахмар аля асвад. Нету превосходства краснокожего или светлокожего над темнокожим. Ва ла асвад аля ахмар. И нету превосходства темнокожего над светлокожим. Илля биттакуа. Кроме как богобоязненности. Инна акрамакум индаллахи таквакум. Поистине, самый богобоязненный из вас это тот, кто самый лучший из вас, приближенный к Аллаху Субхану ва Тааля, это тот, кто более богобоязненный, сказал Субхану ва Тааля.
Поэтому пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям также сказал, то есть когда люди бывают, приходят в мечеть, субханаллах, искушают в мечети, хотят читать джамаатом, но боятся, вдруг там имам кафир за ним не примет намаз. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ма мин саласати фи каррияти ва ла бадуи ла тукама фи салат, илля кад истахвада алейхи шайтан, фа алейхим бил джамаа, фа иннама якулу дзикр мин аль-ганами аль-касия». Если где, говорит, есть 2-3 человека, там джамаатом намаз они ничего не читают, в деревне, в селе. Тут Ахмадуллин больше, чем 3 человека, целая мечеть есть. Там намаз джамаат не читают, над этими людьми поработал шайтан. Сбил этого человека шайтан. Придерживайтесь джамаата, сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, поистине волк кушает ту овцу, которая встала от стада, сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И валлахи, мы полностью не уверены, пока не будем любить друг друга ради Аллаха. «Ла тумину хатта тихаббу», сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. «Вы не уверуете, пока не полюбите друг друга». «Вы не уверуете, пока не полюбите друг друга». И Аллах субхана ва тааля к нам обращается как к одной умме. И сказал пророк Мухаммад, Аллах субхана ва тааля в Коране: «Кунту хайра умма», когда увидел, то что аль-хамда, вместе сплоченные верующие живут, мусульманы вместе живут, вместе поклоняются Аллаху субхана ва тааля, вместе постятся, вместе разговариваются, вместе делают хадж, любят друг друга ради Аллаха. «Ассаляму алейкум, я ахи, ассаляму алейкум, я хабиби». То есть из всего сердца это говорит, не просто на языке, они любят его ради Аллаха субхана ва тааля. Когда увидел сплоченность, Аллах субхана ва тааля сказал: «Кунту хайра умма ли мухаджирин нас». То есть самый лучший из общин среди людей. Самый лучший из общин среди людей. Просим Аллаха субхана ва тааля. Почему самый лучший? «Та'муруна бин ма'руф», призывайте к благому. «Ватанхауна ани мункар», отзывается от отрицаемого, запрещается отрицаемого. «Ватумируна биллахи», и верите в Аллаха. Когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям после хиджры, когда уже вернулся, выехал из Медины, обратно вернулся, между сахабами было разногласие. А знаете, просто много было кабаил. Там Бану Бакр, Бану Хузаа, Курейш, Бану Каа, Бану Махсум. И начали делиться. Есть такой кабаил, есть такого клана, есть такого клана. И даже сказали, мухаджиры с ансарами начали спорить. Давайте, от вас будет свой амир, у нас будет свой амир. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям увидел эту картинку, то «Абиддаву аль-джахилия, ва антум байна ад-дурикум, уттрукуха». Сказал: «Дауха, фа инна мукина». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Вы что, чем занимаетесь? Как джахили себя ведете? Я среди вас? Оставьте это все, отзывай, отдаляй от Аллаха. Мы одна умма, Аллах нас назвал одной уммой, верим в одного Аллаха, поклоняемся одному Аллаху субхану ва тааля и предаем ему все товарищи. У нас Каба одна, в одном сафе мы молимся, нету превосходства у богатого над бедным, у знающего, у богатого над бедным, у темнокожего, светлокожего, светлокожего, только в одном богобоязненности. И будем, братья, любить друг друга ради Аллаха и довольствие искать Аллаха субхану ва тааля. И просим Аллаха, как чтобы всех нас наставил на прямой путь, показал нам прямой путь, единственный прямой путь в Коране и в Сунне. وَيَتَنَزَعْكُمْ فِشَيْفَ رُدُّهُ مِنَ اللَّهُ وَرَسُولُ. Если вы разногласите, то вернитесь к Аллаху и к его посланнику. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين لكل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع العليم.